Лишь бы эти сейчас не вернулись. Будет хорошо. Будет замечательно. Ускоряем. Камера опять отдаляется сама. Ничего нового. Тихо. Стой на месте. Не шевелись, пожалуйста. Так, все, мы немного пополнили отряды наши. Лишь бы у нас сейчас никто не сдох. Ну, именно важный. А, ну, навряд ли кто-то умрет. Да. Всем ББ. Дисциплина с плюс 3. Новая особенность. Погибель человечества. Убивайте всех. Их ложные боги узнают свои. Да, что-то такие умеют. Так, ладно. Доспехи приобретения. А, зачарованный доспех. Защита плюс 3. А, доспех плюс 3. Хорошо. Захвачена провинция. Мы добились полного контроля над этой провинцией. Теперь мы можем сдать эдикт, наверное, да? Как во всех частях Тутулара. А, здание выполнено успешно. Господин, дела идут хорошо, но ваше возрождение только началось. Под власть Ахона Черного должна вернуться. Доступен обряд. Что, блин, что происходит, нахуй? Тихо, успокойся. Убираем. Не, нам ничего не доступно, нас наебали. Благополучно. Так, мы можем издать дикт. Да, тут идем. Культ Фахта. Угу. Какая-то хуйня. Шанс на успешные засады. Незапамятность. Дальше помещение по карте компании для своих армий, начинающих ход в этой провинции. Господи, 25. Вот что нам надо. Обязательно это берем. Тут еще, наверное, кого-то левелапнуть можно, да? Можем, типа, посмотреть? Это Википедия откроется? Ладно. Открывается, сколько лет? Вот, подробности. Вот, талисман. Сопротивление. Ага. Погибель человечества. У него есть теперь бонус хороший. Доспехи. Ну, все, ты уже богом скоро станешь. На глазах просто пацанчик растет. У него уже, кстати, 7 левел скоро. У этого 4. Давайте тогда левелапнем его. Раз уж у него 4 левел, почему нет? Костяной скакун. А почему... А, это у другого был костяной скакун, точно. Да, войска у нас жестко потрепало. О, еще левел. Он сразу 2 лапнул. Ну, так-то там битва была сильнейшая. Сильнейшая, блядь. До своих плюсов для воинов некоторых, скажем, гамбиц. Давайте вот эту одну возьмем, потом по верхней пойдем. Бы нет. Так, сейчас закроем, ничего интересного. Так, так, это ладно, мелочи же. Какой у нас прирост? Плюс 94. Бац. Но это только тут. А тут. А, это везде типа плюс 94. А у нас избыток поселения большой. Только сейчас увидел. Давайте тогда восстанавливать наши войска. Чтобы их восстановить. Одну эту. Нанять надо, да? У него ведь нет. Нет. Мы птичек еще проебали. Это ведь наш? Да. Ему птичек дадим. Новым отрядом не заложен. Отряд снова станет доступен только после указанного числа ходов. 8, бля. Что-то многовато. Что-то много-то и правда. Нанимаем две птицы. Да, это все сюда. Все, вспомнил, что там надо. Еще один отряд этих. Ну и сейчас у нас там построится, да? Да, и мы сможем нанять еще новые отряды. Вкусненькие какие-нибудь, надеюсь. Надеюсь, они будут какие-нибудь вкусненькие отрядики. Доход у нас уже 150. Эти потихоньку вымирают. Ну и правильно, пусть сдохнут, что они. Лишь бы они сейчас сюда не пришли. У меня и так все плохо в жизни. Еще эти бы пришли, блядь. Вообще жопа была. Ай! Уйди! Уйди нахуй! Изыди, блядь! У нас задание успешно выполнено. Издайте указ... А, эдикт. Понял. О, карту можно убрать. Что у вас по войскам? Дохните потихонечку. Ну, правильно. А, ну у нас, слушайте, восстановились уже почти. Они нам толком-то ничего не сделают. Просто здесь поближе встанем и все. Нас не догонят. Солнце гонит. Давайте вот это сделаем. Потому что, чтобы убрать у нас избыток населения. Потому что видите, сколько там уже избытка этого. Перебор. Так, все, сидим. Потихонечку хиляемся.
помаленечку, потихонечку хиляемся. Так, сейчас пойдем, кстати, гномов пиздить мы с вами. Этот решил отдаться нам. Канопы возьмем. Ну, кстати, хорошо, канопов много дали. Не, только не видишь, что ты туда пошел. Значит, ебало сейчас. Быстрее пошли. А, зелье скорости? Что? Способность зелья скорости. У него теперь еще новая способность. Дикари. Приближаются орки. Это не цивилизованные обитатели, захватчики. Он крепостнее, а настоящие дикари из южных беспредности. Да, скоро мы даже кочевая орда. Ну, это, я думаю, не такая уж проблема. Надеюсь. Но запугать меня, конечно, попытались. О, костяной скакун. Наконец-то у генерала будет скакун. Блять, может, сколько нахуй можно. Так, пошли. Быстрее сюда. Сколько у него здесь? У него полумертвое войско. Сколько у нас здесь гарнизон? Это вот это, да? Ой, блядь, что такой маленький-то, ёбаный. Он ведь сейчас догонит и это отпиздит. Блин, у нас сейчас, наверное, заберут, да? Ладно. Давайте вот это ему возьмем. Пожалуйста, не нападай на городок. Он только начал улучшаться. Ну, плейзе. Позаду. Ну, пожалуйста. Ты кто вообще? Не, он только подошел. Все, ему или не хватило, но не, должно было хватить. Значит, он просто подойти решил. Династия исследована. Так, у нас исследование появилось. В городах древних, как сама пустыня, даже самые красивые здания рано или поздно ветшают и уходят в небытие. Один из наших величайших храмов начал рушиться, и мы опасаемся, что скоро он рухнет, и это станет причиной катастрофы. Нужны ли мы укрепить его? Стоимость строительства для всех построек всех регионов. На 10 ходов. Это мало. Крепим храм лучше, на самом деле. Мало ли что произойдет, правильно? Так, все, хуй ты. Ничего ты не получишь, короче. То, кстати, битвы так странно помечаются. Там щиты какие-то. У нас всего два битвы. Вот это, она аж светится. Это великая битва здесь была. Нас просто разъебали. Величайше. Так, кони новые появились. Кони новые появились. Дадим этим тогда вот этих вот парней. Давайте фул забьем. Че уж. А моему основному дадим вот этих могильных лазутчиков. Вот они и прикольно очень выглядят. А у нас и так тут все. У нас два стака ровно с вами есть. Так, здесь мы ничего сделать не можем. Все, что у нас тот чел умер, у него 8 левел был. Пресерв, так сказать, просто. У нас уже 150 канопов есть. Да, смотрите. Замечательно. Так, ну, парней мы сейчас да уничтожаем. Надеюсь, они сейчас сами нападут. Если нет, то не страшно, мы нападем. На следующем ходу. Напали они. Давайте на всякий пожарный сохранимся, естественно. У них бонусы какие-то. Ну, давай. Незначительная победа. Мы проебали всадников, понимаю. О, денежек нам кучу дали. Канопы, естественно. Ну, естественно, канопы. Кто, если не канопы, правильно? Все, фракцию мы уничтожили эту. Граданик Харри, самый крупный и богатый в мире. Не Хикари, извиняюсь. Однако время разрушает не только плоть, но и камень. И теперь наши здания нуждаются в ремонте. На каком из них мы сосредоточим на все наше внимание? Хорошо, вопрос. Ополчение восстановлено, стоимость строительства для улучшения военных построек. Для нас восстановить постановик. Для этого давай. Задание выполнено. Возведите по два или более построек каждого из этих типов царской гробницы. А, ну это да. Мешкайна обладел владелец. Он уже какой раз об... У него сколько уже владельцев было? А вы кто? Толпа зомби-пиратов. Шо нахуй? Ты кто, блядь? Погоди. Кто это такие? Погоди. Граф. А, это вот этот чел. У меня с ним отношения. Ух, ебать, а что так все плохо-то? Может, договор о ненападении? Спасибо. Просто он здесь целый стак привел, я обосрался, если честно. Не особо охота как-то с ним воевать пока что.
Тем более, нам не надо гномом идти. Какая война вообще? О чем речь, нахуй? Так, все, погнали на границы гномам, друзья. Потопали. Улучшаем. Улучшаем, улучшаем, улучшаем. Что тут у нас? Может, новенькое что-то? Во, ритуальные обломки с определением выстрелом. Давайте с определением выстрела мы ему возьмем. Так-то штука полезная. Что? Ситуация, наем войск. А что ты нанимаешь? А, вот, давай еще хлопушный. Понял. Принял, понял. Понял, принял. А, так, погоди. Тут же еще можно, нет, наверное. Вот, да, коня одного. 2-2. А, ну пусть 2-2 будет, в принципе. Обряды, о! Способность армии завеса из песка, вся армия. Имя бога пустыни произнесено, но дюнам проносится мощная песчаная буня. А, по дюнам проносится, чтобы избежать... Короче, какая-то фигня позовет. Во всех ваших регионах начнутся бури, которые нанесут небольшие потери всем вашим снимам. Но мне это не надо, типа, нахуй мне это надо. Правильно? Правильно. Я бы на самом деле нанял героя одного. Чтобы его в свое войско, так сказать, впечатать. Не, надо что-то на военку с вами, слушайте, построить все-таки. Все-таки надо. Ну, давайте лучников, во. Просто у нас пока бонус есть на строительство. Сколько там? Минус 10, минус 15, минус 15%. Так, закончим ход. Ну, наконец-то мы с вами, блядь, разобрались с этими людьми спустя сколько? 2 часа там, да, примерно? Ну да, примерно 2 часа вроде. Но главное, что разобрались. Разобрались бы еще быстрее, если бы я знал, что там по камушкам можно проходить. И не тупануло бы так. Ну, это ладно. Это уже дело такое. Так, чтобы нам здесь с вами построить? Скорость по восполнению потерь. Во, доход. На доход строим. Денежки нам нужны. Давайте уже сделаем обычный ход. Что у них здесь? Стак? Так. А это кто такие? Не, погоди. Это кто такие? Вы кто? Кто это такие? Что у них за знак хоть? Какой-то лев. Люди очередные. Да вы заебали меня. Люди, люди. Орки, блядь. Вы откуда вообще? Это кто такие, погоди? Может, орков нахуй захватить? Что-то они быкуют. Не, для начала мы разберемся с этими парнями. Потом оркам уже ебучку разнесем. Просто... Не, ну с ними так нормальные отношения, ну ладно. Мне кажется, лучше все-таки их разнести. Так сказать, начать надо с них. Так, что это, кстати, за фигня? Параметр уведомления. А, понял. Цели. Ну там, книги собрать, так, ясно. Заканчиваем ход. Сейчас подведем наш второй стак. Нам надо просто с вами книжку-то забрать. Андрей Лимин, написание с вами. Че? Окей. Вот почему мы не можем сделать с вами проще. Типа просто у гномов, наверх, попросить эту книжку вместо того, чтобы воевать с ним. Сука. У тебя вроде нету, походу, войск у меня. Ты хули тут ходишь? У нас договор не нападение, так что не страшно. Я тебя не боюсь. Прикинь, сейчас разрывает ВГС, а я такой, ой, бля, ББ, пацаны, расходимся. Так, все, мы можем бежать. Что мы, собственно говоря, и сделаем с вами. Топай быстрее, братишка. Замечательно. Не боронить, нас не догонят. Ебать, пираты, чё у них за войска прикольные? Раздувшийся труп. Бля, я бы за них поиграл. Они прикольные очень. Но я думаю, за них нельзя играть на самом деле. Почему-то мне так кажется. Там что-то в этом уверен. Покидает режим лагерь.
Новая особенность. В фундаменте любой державы лежат кости павших врагов. Нахождение в регионе, где ведется строительство. Стоимость строительства для всех построек. Доход от всех поселений. Ну, такой себе бонус, на самом деле. Да ладно, пусть будет. Какой у тебя левел? Второй? А, ему ББ, блядь. Пацаны, мне кажется, кто за щелом играет. Давайте, естественно, сохранимся. Не хватало мне сейчас еще проиграть. 1, 2, 3. Не, давайте один. Какой у нас, кстати, ход уже? 56-й, да? Вроде, да. Или 55-й, 56-й, 50-й. Да, блядь. Ага. Так, естественно, нападаем нашим этим. Бить войну. Паладины. Ой, блядь, у них со всеми отношения хорошие. Мелочи жизни, нападаем. А, я город осадил. Ёбарный театр. Я тебя с этими воюю. Куда я там пошел, блядь? Не видно нихуя тут. Что происходит? Где я? Не, стой на месте. Пизда, тут гномы, нахуй. Прямо гномьи гномы. Давайте вот так вот пока делаем фигню. Ну, это мы так, знаете, чисто. Попытаемся их измором взять, на самом-то деле. Ну, или пусть, чтобы они на нас вышли, типа, сами напали на нас. Попробуем еще сейчас мир заключить с этими чуваками. Кто это? Паладины. Ну, они нас слабее намного, да? У них шага, они переслабые. Низко? Ну, пошел нахуй. А вон у него еще войско, смотрите. Ну, на него нам как-то плевать. Да. Так что, опа. Ускоряем на всякий. Мало ли тут уходить будет. Пираты у нас еще ходят. Может тогда этот... Поход войскам сдать? Чушь. Династия исследована. Замечательно. Следуем потихонечку. А, все уже, что ли? Нет, подожди, это не то. Вот, да, еще одно осталось. Так, может, с вампирами подружимся? Кто? Кто нам нужен? Где эти вампиры-то хоть? Бунтовщики берега вампиров. А, это бунтовщики? Ава, походу. Нахуй тогда у меня вообще ходите, если не хотите похода? Вы, блядь, уёбки ебаные. Слишком грубо, надо было. Кстати, могу еще один стак нанять, но только толку от него не особо вижу. Наем невозможен. Хуёвоч. Давайте улучшим. Наход больше будет. Нам только в радость. Нападать нам здесь не на кого, так что... Сдаем ход. Небо гонит, нас не догонят. Ты кто такой, блядь? Не понял. И ботинок прикольный, кстати, этот кинжальчик. Это крыски, что ли, какие-то? Эти там умирать стали. Видимо, да, это какие-то крысы. Может, я не знаю, кто это еще, блядь, может быть. Да, это крыски. Блин, за крысок тоже прикольно поиграть. Я думаю, я еще... Я по-любому пройду тот алварчик. Вархаммер с вами. Он что-то вот давно хотел, собирался. Вот. Я думаю, настало время. Уже, смотрите, более-менее это. Сбалансировано. Снять осаду? Ты что, охуел? Нет, не надо. Так. Не, просто стой. Опять пропускаем ход. У нас уже доход 200 монет. Сейчас еще улучшится будет 300, да, наверное? Или сколько? 250? 270? 290? 300. В этом промежутке. Так. Блин, вот тоже охота соглядата имеет, чтобы хотя бы видеть, что здесь происходит. Кто? А, понял. Они же типа тоже могут эту фигню использовать, которую я могу. У нас здесь темно, у нас здесь вообще не видно ничего. Они здесь ходят по кругу, вот так, вжих, 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 и мне их не заебало, не, нормально.
Они здесь кого-то жгут? Что? Они с кем-то воюют еще? Не-не, погоди. Горники. Алло, блядь, передвигайте нахуй. Они воюют со мной и вот с этими, кстати, которые сюда идут, парни. Понял. А эти парни воюют с этими парнями. Понял. Давайте, когда останется 8 ходов, мы попробуем на них напасть. Я пока что даже смотреть не будем, я думаю, смысла не особо много. Естественно, проматываемся. Ну, кстати, вот эти люди, которые там вот, где я хотел еще самоцветы колонизировать, вот там хорошо так. У них войск нету, хорошо так. 265, ну да, плюс 50 добавилось. У них просто войск нету. То ли их эти отпиздили, то ли, не знаю. Но они очень слабенькие. Так, что я там говорил? Когда 8 ходов останется, да? Еще 10 только. Ждем тогда. Тогда ждем. Первую книжечку там мы должны заполучить, она, блядь, как-нибудь она. Но на стримчанске сейчас до 10 проведу. И на сегодня буду заканчивать, друзья. Смонтирую для вас все так чик-чик-чик, распланирую дату выхода. Два ролика в день будет выходить. А как будет выходить два ролика в день? То. То. То да. Как сделать-то? Просто я хочу завтра уже опять стрим провести. А, не, завтра уже, наверное, не получится. Ну тогда да. Два ролика в день будет выходить. Нихуя еще счастье у вас, блядь, будет. Пиздец. Когда-то, блядь, неделю ролики не выходят, а тут два раза в день сразу. Так, ебать, прям в лицо вам, да? А, дальность перемещения по карте компании. А, ну это да, это хорошие бонусики еще там дают дополнительно. Так, пропускаем. Последний ход. Пытаемся напасть на них. Ты кто, блядь? Ты эльфа? Походу, да. Походу, это и правда эльф. Блин, вот там книжка очень близко находится. Вот тут битва какая-то недавно произошла. Кстати, тебе удобно смотреть, какие битвы были. Он захватил? А, нет, его осаждают. Династия исследована. Хорошо. Вот тут хорошая книжка, но тут эльфы живут. И это очень далеко плыть. А следующая книжка только вот здесь. Ну, я думаю, да, мы все-таки сюда пойдем. Нам здесь надо еще эту фигню, она где-то вот тут находится. Ой, еще тут книжка есть. Ну, в общем, как-то так, да. Мне казалось, что карта намного больше. А, мы же это, да, взяли только эту. Ну, да ладно, не страшно. Так. Ну, слушайте, хуево. Чё-то хуёво. Давайте тогда ждать до конца. У нас вариантов просто других нет. Я не хочу войска пробивать, а осаждать я их не хочу. Мне не нравится просто этот вести, скажите. Нападение именно со стенами. Мне больше нравится ты, типа, в лоб драться, чем там по стенам забираться. Ну, один там мы как-нибудь проведем, но... Как-нибудь. А, блядь, кстати, забыл эту хуйню забрать. Ладно, хуй с ним. Может, ничего не делать? А, Сейчас с вами будем исследовать, хороший вопрос. О, у нас же эта штука есть, можем ее заюзать. Дает ваши фракции вестника сфинкса, дает ваши... Ага, способность Фу, блять. Ага, для ушепти и ушепти. Не понял. А, с большими луками. Способность смертельный удар для воина. Ага. Доспехи для стражи гробниц. Для этого вашей фракции вестника. Легион сфинкса из Нуманса действует очень скрытно и не раз стрелял врага врасплох, даже в чистом поле. Преимущество против крупных врагов. Плюс 12 для... Дает вашей фракции вестника на стороне черных щитов. Свойство передовой развернутая колесница клетв. Ой, нет, это неинтересно. Способность ястреб... Ой, ястребиная меткость. А для лучников склетов, колесниц лучников... Это такое. Преимущество против пехоты, плюс 12 для могильников скорпионов. Какие-то так себе, может, тут посмотрим. Численных героев для жрецов личей. Добавляет царя гробницы Сетепа к списку военачальников. Основная фракция. Шанс
Это неинтересно. Вот тут что было. А тут численность героев для некротектов. Ну это некромант. Мне нужен именно герой-герой. Это жриц. Я есть именно герой. Во, принц ге... Во-во-во-во-во. Вот это качаем. Вот это качаем, и потом берем вот эту тему. Тут что? Падальщики, могильники, скорпионов. Нормально, берем. 32 хода ждать, но... Что поделать? Сколько у нас этих штук? 220. Так-то нормально. Капец, они, кстати, сильные. Они мне ебало могут разбить. С ними лучше не сталкиваться. ДТФ. Может, с ними поторговать попытаться? Ну, чё. Хотя эльфы не любят вроде никого, блядь, кроме себя. Чё, свои ебаные. Жестокое дело. Война жестокое дело. Ощущение руки, а оголённые кости, еще живые изученные войны. Что? Урон оружием при засмотрении для всей армии. Ой, ебать, балдёж. Вот это балдёж. Давайте попробуем с ними немножко что-нибудь сделать. Давайте они сильные. Уровень силы 2. Торговое соглашение. Смотрите, получилось. На горы не нападение. Иди нахуй. Ладно, хотя бы торговое соглашение. Денежки нам не помешают. Лишний раз. 7 ходов еще ждать. Сколько эта фигня будет еще длиться? А, 10 ходов. Так подождем, нам не страшно. Нам-то похуй. Блин, за эльфов тоже прикольно поиграть хотелось бы. На следующую кампанию мы начнем с вами или за эльфов. Еще бы дожить, конечно, но в предположении я хочу поиграть или за эльфов, или за крысок. И сделать большую кампанию. Именно вот прям большую-большую кампанию, чтобы была. Со всеми, а не только вот с этим DLC, можно сказать. А, ну типа второй Вархаммер добавил всю эту территорию, но по сути это как DLC, я даже не знаю. После денег содрали с людей. С меня, сука. Ну это ладно, мелочи жизни. Да, долго же еще. Сколько еще ходов? 6, бля. Ладно, посидим.